Региональный координатор партийного проекта «Единая страна. Доступная среда», паралимпийский чемпион, рекордсмен мира по стрельбе из лука Михаил Диктованный провел урок доброты в Барвихинской школе. Он поделился с ребятами жизненным и спортивным опытом, показал чемпионские награды и свой необычный лук. Уроки доброты учат детей и подростков быть толерантными к людям с ограниченными возможностями, а также напоминают о важности соблюдения любой техники безопасности.